Серйозно? Соловйов поскандалив з Кіосаяном через Путіна терпілу. Чичерина заявила, що вона страшний маг бойовий. Величкова взялася за огірки, Мілонов зазирати у чужі труси. Лоліта у труні, Корольова влаштувала сеанс художнього. Дивіться самі. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Ой, у них СВО зламалась. Та й так, що пропагандисти почали подавати вже не дуже таємні знаки. І не бояться ж покарання за дискредитацію сміливці. Еще шампанское открывать рано. Обстановка достаточно сложная. Обстановка достаточно сложная. И противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Пока же ослабление связи между полушариями или полупопиями зависит, демонстрирует Чичерина. Скажи, Юль, а какая цель у них за тобой охотиться? Это от страха. Тут и не поспоришь, тут и не поспоришь. А вот со следующей фразой вполне себе и можно. Я сама солдат, поэтому бою для солдат. Ну, то есть я не для ближнего боя, не для тяжелого боя. Боевой маг. То есть я как бы слабая сама по себе, но магия у меня мощная. Ну, лучше бы препараты помощнее дамі, конечно, але як є, вилізає поступово з пропагандистів, хоча так їм і хочеться, як тоді, коли війни не було. Але що? И крикнуть готовы, но толку ноль. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать, кому обратиться с этим «нет войне»? К нашим. Хороший вопрос. До кого ему там звернутися? Аби що? Підказали, на якому паркані написати. Ну и ответ хороший. Мы же понимаем, то, что происходит на стране, это ненормально. А что да? Действительно, а что же у них происходит? Вот что же у них происходит? Как бы это таким словом, чтобы поприличное назвать. Варианты радо приймаються в коментарях. Но им, увы и ах, пока не доходит, что их конец подходит. Точніше, вони доперли, что им кінець, але поки не зрозуміли, з якого боку той кінець підкрався і від чого треба ховатися чи тікати. Їм би ховатися, а вони розмножатися. Не хотят. Не хотят размножаться ни чучелком, ни тушкой. Мы вымираем. То есть рождаемость наша стремится к новым рекордам из месяца в месяц, из года в год. А можно пошвидше? Серьезно. А поки вони не те, що з кожної праски, вже кролики майстер-класи з розмноження теоретичного язикового поки що брати готові. Бо ці готові на збочені шаленства, аби лише народилося трохи більше пакет наборів а-ля Рус. Например, запретить любой контент, который может повлиять на решение не рожать детей. Это Володин, спикер Росгоздумы, придумал. Це що, всі книжки, кіно, уроки анатомії, все-все-все заборонити і що? Відео про аборти крутити? Ну вже ж крутять, на Сахаліні уже зробили. Дети были в шоке от увиденного, многие закрывали глаза и отворачивались. Я горячо одобряю и поддерживаю руководство школы, что наконец-то оно начало думать о здоровье своих детей. Ну, это точно о здоровье? І вообще, при чому тут думать? Тут вже точно ніхто не думав. Принаймні, з вічним місцем для Homo sapiens. А, точно, в них, лаптістанців, думалка в іншому місці. Думательне железа. Затилок лезет на глаза, а как посмотришь, а уж как послушаешь, и депутата Милонова так и подавно. А вы своим детям, вы многодетный же отец, вы своим детям такое бы показали? Конечно. Потому что либералы что хотят? Они хотят, чтобы наши девочки шли на детоубийство. Что? Да тут весь мир видит, что на детоубийство идет, он, точнее, шел, идет и дальше идти собирается ваш мальчик. Ну как там у них у куцепердиков? Маленькая собачка всегда щенок. Так вот, вот этот путинок – главный детоубийца страны. Не думали об этом? Подумайте. Думательная железа, она для того и дадена. Але им думати ніколи. Вони з'ясовують інтимні подробиці з життя огидних, мершавих, але горластих. Вы сегодня кофе не выпили? Секунду, или что с вами? Или таблетку забыли принять? Отвечайте. Ни в коем веке. Сколько раз вы показали этот ролик детям? Что? Я очень подозрительно отношусь. Он сказал, что нет. Он сказал, что у него не стоит так вопрос о необходимости демонстрации подобного видео. Но я спрашиваю, сколько раз он показал это ролик? Мария, я вас прошу, пожалуйста, не играйте словами. Вы же видите, насколько все возбуждены в хорошем смысле, господа. Я соромно лишь питаю, а это все точно про повагу до глядача, слухача, про пропаганду споживача. Це що, в принципі, гра слів? Не в іронічному, як наш, не в викривальному проєкті. Вони серйозно. Нестандартні такі, немножечко необычні способи повищення рождаємості. Це такий
шоковый и направленный исключительно на детей способ. Как повысить рождаемость? Напугать детей абортом. То есть вот дискуссия о запрете абортов, надо ее вывести на такой уровень, чтобы дети настолько испугались, что они даже подумать об аборте потом не могли, когда станут взрослыми. Чу. Так просто слово забороніть і цілуватися теж забороніть. І вони вже в процесі. Скоро. Серйозно. Цілком. На всю країну на головному екрані Рашкостану обговорюють, що підлітки цілуються. Я регулярно хожу в детские поликлиники. Кого я там вижу? Я вижу школьников 12-14 лет, которые стоят и целуются на людном месте, в поликлинике, в детской. Соответственно, это в полдень. Это мальчик с девочкой? Мальчик с девочкой, все хорошо, я это поддерживаю. Просто. Но тем не менее, 12-14 лет они, не стесняясь, при людях целуются. Без людей что они делают? В укромных местах. Да вы что? Да. Вот то самое. Поэтому правильно. Это тоже надо все запретить. Целоваться запрещаем. Нет, я еще говорю, я поддерживаю. Вот это укромные места запрещаю. Что его казати, коли в головах наригано? Цілуватися заборонимо, а дітей хай народжують. Скоро з усіх екранів Рашкостану байки про те, звідки діти беруться. Ну, а якщо серйозно, то вони строять конвейер по штамповці анатомічних наборів. Воспитувати, кормити, учити – та кому це треба? А якщо рожати не будуть – відключимо газ. Ну, а краще б мозок включили. Всім. Але декому першими у черзі. Корольова і син. Готові? Заберіть слабкодухих від екранів. Раз, два, три, погнали! Пукні обично! Секси пукни. Пукни как робот. Пукни в гостях. Пукни как девочка. Яка країна такі розваги? Лоліта труну приміряє. Серйозно, от вам фото. Лягла, ну то хай би вже і не вставала, але встала, хто б переживав. Встала. Берега попутал. Точніше, берега попутали всі вони. В місті попутали берега, але потроху починають допливати, доповзати до того, що таки доведеться визнавати. Замість «все не так однозначно», «все однозначно зле». Нині на крок до того ближче став Ходарьонок. Дело в том, что вот мы иногда себя обманываем в том, что некоторыми репортажами о том, что морально-психологическое состояние личного состава вооруженных сил Украины неудовлетворительное, что там наблюдаются случаи отказа от ведения боевых действий, ухода с позиции и так далее. Но если обстановка развивалась именно таким образом, как иногда делается в наших некоторых сообщениях, то мы наверняка были уже на левом берегу Днепра. Дулі в ноздрюлі, їм не береги. А в росіянців план який? Раптом що? Біги-біги. Ну, вони не слишком набігаються. Заградотряди – такий заград. Як поставили, так і стоять. Біжать не дають. Сиділи ми три дні без води, без їди. По рації нам тільки говорили – вперед, 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 вперед. Командир армії, піонер. Він сказав, хто не пойде вперед, виставлю заградотряд. І все одно ви туди пійдете. Я поки вас ще не положу, ніхто туди не піде. Того і бравурні звіти про взяли, з'їли, захопили у них і не виходять настільки урочистими, яким би хотілося, і як було за планом. І ні, ми не будемо брехати, ми ж не на російському телеку працюємо, що ми не слідкуємо за картою бойових дій і не знаємо, що там, на фронтах відбувається. Знаємо, Вугледар болить. Але честь і шалена повага усім тим, хто зробив надможливе, аби втримати, а згодом вивезти людей – надлюди. Тут QR і номер карти на збір на дрони. Покровськ, 110-та бригада. Далі ви все знаєте, навіщо, кому це треба. Нам із вами треба, аби у них були дрони. Особливо після того, як вони розстрілюють полонених. Особливо, бо катують наших. Особливо, бо крадуть дітей і життя наших дітей. До речі, пам'ятаєте одороблу Красовського, симонянівського подмишечного гнуса? І показову справу проти нього за те, що закликав робити з українськими дітьми. І відсторонення не менш показове його від роботи з ефірів теж. Так от, нове пришестя. Обіцяв помити собі роти з милом і голову зсередини, але... Я ж не сказав, що треба їх убивати. Хотя я сказал, что надо топить и жечь. Да, было такое. А что, есть отношение с тех пор к украинским детям? Нет. Ну, це взагалі лікується? Хоча, навіщо? Мені думається лише над якісним, гідним покаранням таким. І цьому, і цим, які регочуть. До сьомого. Ну, ні, мало. Двічі до сьомого коліна, аби спати не могли, ані ночі. Хай сняться діти українські. Хай стоять перед очима.
Срач на срачі і срачем поганяє. У них не тиждень, а парад скандалів в ефірах. Соловйов ледь не наваляв Кіосаяну за те, що той брудноротий. Серйозно. Його інтелігентності Соловйову вухо ріже. Подонки, предателі, під... духа. Но вы же лживые тряпки. Вы же ничтожество. Вы же резиново-технические изделия, которые на свою насадили западные спецслужбы и вас ваши же грязные отверстия. Брудноротому Соловьеву слово не сподобалось. Не надто интеллигентне для его высокости брудноротости. У нас, слава Богу, не терпило. Страной руководит, как откуда говорят очень это, многие. Где ты эту терминологию поднабрал? Я тебя прошу, посмотри, почитай. А я не собираюсь читать. Слушай, зачем хорошо. Мне ходить и читать, что написано на заборе? Зачем мне опускаться до уровня этих дегенератов? Зачем мне на полном серьезе... Ну зачем мне тащить в мою программу, зачем мне тащить жаргон непонятно кого? Да я тебе объясню, почему. Потому что этот жаргон принимают наши типа... Да мне плевать на них. Далее в рубрике «На что еще не плевали?» скрепы. Деды фотки рассматривают и скрипят. Вы видели эти прекрасные фотографии Макрона с Трюдо в кустах? Нет. Мощная гомосексуальная энергия. Там вот просто вообще прям... Надо здесь остановиться. ЛГБТ, если что, запрещенное в России движение. Точно не в ту дверь. Но побеждает в номинации «Кто дальше, а заодно и глубже плюнет» дочь Пескова Лиза, та, которая живет в Париже и имела папкины скрепы чуток спины пониже. Ну что, мы находимся в Париже, в легендарном клубе «Распутин». Но культура Парижа, парижской жизни сильно отличается от российской. Здесь другие законы, связанные там, не знаю, с секс-меньшинствами. Здесь «Шарли Эбдо» вызывает миллионы людей на улице. Вот тебе это скорее нравится, этот такой либеральный дух Франции, или тебе это сложно? На самом деле мне совсем не сложно. Я кайфую от этого, мне это безумно нравится. То есть ты за демонстрацию Шарли Эбдо и за однополые браки? Чесно, да. Круто. Поки папа Лізи приходить до тями, Волочкова огірки з усіх ніг тримає. Ну правильно, тримати ж більше нічим. Як там було? Бог создал трути обезьяну, щоб получился чоловік, а Волочкову он не трогал. Та сразу вийшла з огурцом. Ну, причому в цумі. Нет, подожди, Настя, а вот подожди, а ты можешь вот огурчик продержать на ноге? Я могу все. Ну-ка. Да нет же. Подожди. Ой, подожди. Настя. Обалдеть! Это фантастика. Фантастика то, что шаман, тот, что за миллионы песню однострочку пел, потом миллионы возвращал, концерты отменял, охрану нанимал. Ну, одним словом, ото я русский, я йду до конца, только где ж тут конец? Так вот, він заходився повчати всіх. Величному розкульту. Точніше, розповідати, як росіяни впливають на весь світ так, що без Булгакова айфона би не сталося. Серйозно. Ми ж ведь не знаємо, а може бути создателі цих американських телефонів, создателі цих технологій, или создателі цих автомобілів, или создатель чого-то. А може бути, вони вдохновлялись произведениями там, Петра Ильича Чайковського, коли вони создавали этот телефон, или там произведениями там Достоевского или Булгакова, которые по всему миру известны. Может быть, тогда бы без этих произведений вообще этих технологий не было и этих телефонов не было. Звісно, не було. Ну а як? Чого він про це раптом? Так того, що оцьому русскому виході конечне. Вопрос к неудобной задали. А чего это у патриотического патриота я русский, я иду до конца за миллионы BMW и айфоны? Когда мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели о том, что ну как же, он же русский, а что же у него там, это там, там не знаю, там телефон американский, там машина немецкая, или там еще что-нибудь, ну та, и вот в таком вот ключе, в духе. А, та він просто неуважно вивчав, звідки ці всі його улюблені походять. Якось так дивно, український слід не всюди помічають. Ой, не всюди. А от машини іноземні, камінь спотикання у них походу. Відтак до попів в гаражі зазирати стали. Откуда у некоторых батюшек есть мерседесы? Параллельно разрешено заниматься еще деятельностью, разве? Параллельно священнику запрещено заниматься деятельностью. Но это из разряда, откуда у
главврача машины какого-то. Откуда у педагога какая-то тоже статусная тачка? Это из разряда зависти и из разряда желчи. Не завидуйте и ответов не ищите. Вот еще один пример яркий. Как никто важные вопросы в их эфирах отвечать не собирается. Кто ответит за то, что на наши государственные границы, вот, в Курской области, прошло столько вот... Отвечаю коротко, никто не ответит. В России никто никогда ничего не отвечает за такие вопросы. Вот за воровство, может быть, отвечает. За преступление, да. А здесь Горбачев ответил за развал Советского Союза? Нет. Ельцин ответил за развал Советского Союза? Нет. Сердюков ответил за вредитель? Да, нет. Ну, вы же наивные вопросы задаете. Хотелось бы спросить, а если бы была названа какая-то конкретная фамилия, вам бы легче стало? Да нет, легче не стало. Но... Ну вот. А почему Чубайса выпустили? Почему Чубайса выпустили, а? Итог. В том, что ничего не произошло в Курской области 2 месяца назад, виноват Чубайс. Помните его? А виноват он Чубайс. Серьезно.